теперь, как мы видим, у нас господин Блохин деньги еще украсть не успел. Только собирается. Но мы будем следить. Ну, в общем, подготовительные работы уже видны. Да? Уже все разровняли. Я думаю, погода подвела просто. Но в скором времени еще 250 тысяч рублей из бедного теряевского бюджета будет съединоросено, я думаю. Но мы, конечно, этому помешаем. Всего вам.